Вот мы едем впервые по канатной дороге, поднимаемся. Тут довольная физиономия Шуры такая. Сейчас я немножко сделаю обзор, как мы тут едем, кратенько. Вот идет пустая гондола, так сказать. И вот мы оттуда, вот мы поднимались. Вот тут море. Очень красивый вид, конечно. Тут огромное удовольствие. Если еще тут вот с ребенком ехать, так вообще восторг. Полный восторг. Вон какая бабушка едет, там опускается. Осторожно. Тихо, не выступай. Вот здесь пусть выступает. Это замечания любит делать всякие. Любитель. Я должен заснять все это. Тихо надо сидеть. Процесс. Я сижу тихо. Я сижу тихо, не выступай. Вон там люди идут внизу, а мы едем. Супер просто. Вот катаемся. Вот кто-то поехал вниз к морю. Мы едем на завтрак. У нас уже питание. Четвертая смена. С 9:30 до 10. Красота. О, красота какая. Вот тут что-то за колючей проволокой какие-то. Агрегаты. Вот прилично ехать, кстати. Вчера поднимались по этой дороге, тоже опускались вечерком, первое купание было. А сегодня первый подъем по канатной дороге. Супер удовольствие. Да, вот ну-ка еще раз скажи. Супер удовольствие. Да, правильно. Все. Есть такое дело. Наше путешествие заканчивается, мы подъезжаем уже к конечному пункту, к высадке. Так, значит, готовимся к высадке, открываем. Пошла съемка. Так, вот, значит, сегодня у нас какое число? 23-й, да? Третий день нашего пребывания в этих прекрасных местах. Мы сегодня утром уже поплавали, позагорали с 6:30 до 9, а сейчас направляемся на завтрак, шведский стол. Вот, движемся по канатной дороге в сторону нашего отеля. Так, вот обзор такой у нас идет. Наша красивая дорога, море, горы кругом красивые. Шуре повезло сегодня, что работает канатная. Я посмотрел с моря, плавал, мне казалось, что вроде не работает, не видно было кабинок. Они просто здесь среди кустов, их незаметно. А эта большая кабина пока стоит, которая входит там справа, платная для посетителей. А маленькие все работают, трудятся нормально. Вот тут кабинка рассчитана, они все разных цветов сделано. Мы сейчас в желтенькой кабинке так и плывем, можно сказать. Плывем на самом деле. Мы не едем, а плывем по небу, как бы. Она плавненько движется так. Где-то подъем занимает тут около 3 минут на канатной дороге. Если пешком идти с Шурой вместе, то это где-то, ну так, 10 минут. То есть 3 раза получается быстрее, но и без всяких затрат сил физических. Мы сидим, отдыхаем, наслаждаемся, смотрим по сторонам, получаем удовольствие. Вот видно по довольной физиономии Шуры, что ей очень нравится это путешествие на канатной дороге. Вот тут домик творчества мы проходим сейчас, проплываем. Вот, ну, тут детский городок какой-то. Здесь вот дети лазят тут по этим всяким горкам. Вот, все тут придумали для них. О, тут детишки.
Какие-то животные живут, наверное, у них вот в клетках вот здесь. Угу. Кролики, наверное. Да, может, кролики, да. Надо, кстати, не смотреть. Вот тут что-то у них, тут какие-то столики, это кафе, наверное, здесь. Кафе. Людям приходится, кто хочет сэкономить немножко, тут пару гривен, они ходят пешком. Таскают коляски с детьми по этим тропам горным, вместо того, чтобы получить удовольствие проехаться на канатной дороге. А кто-то же тоже построил вот эту вот крепость прямо в самой канатке здесь. Стена сплошная, крепостная. Но мы уже подходим. Подходим к конечному пункту нашего путешествия. На сегодня сейчас будет выгрузка. Высадка с правой ноги идет. Шура, да, помнишь, да? Написано с правой ноги. Так, я... Вот идет канатная дорога. На тынеч люди здесь высаживаются. Вот так она работает. Желтенькая, зелененькая идет кабинка. Сколько раз купалась сегодня? А? Три. Три. Да, хорошо, сегодня красиво, хорошо купаться. Волна, волна сильная сегодня. Снимал море. А потом лежала, так меня волной захлестнула прямо на щеке. Как даст сильно. Кто там плачет? Где он там? А, мать пошла, а он идет. Сзади ревет. А не, вот он, малой. Ты что, не выспалась еще? А его тащат куда-то по каким-то тропам каким-то. Он спать хочет. А его тащат куда-то. Да, мы уже на завтрак искупались. А вот они, братья-близнецы. Слушай, они быстро идут. Практически как мы едем, так и они идут с ребенком. Тебя испугались они, кролики твои. Только что уж делали. То есть таким этим восторгом, что они прям испугались. Вон они сидят там. Буся, кроличек. Кроличек, братец кролик.